Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фриги Викинг. Всем хорошего настроения. И в этом видео в игре Infinity Galaxy мы с вами будем крутить колесо удачи Сиракузы. Данный ивент проходит периодически, его включают, и в этом ивенте мы можем получить чертежи на легендарный флагман, который называется Одиссей. На вашем экране мой Одиссей, давайте запомним, сколько здесь есть чертежей, 367 на сегодняшний день. Я прокручу 110 прокрутов колеса, это где-то порядка 80 тысяч криптона, для того, чтобы получить, во-первых, чертежи на Одиссея, во-вторых, все остальные плюшечки, которые можно добыть с этого мероприятия. В первую очередь, естественно, данное событие, наверное, будет подходить тем, кто гонится за Одиссеем, но и параллельно вы еще будете получать неплохой буст. Поэтому ставим лайкосы, подписываемся на канал, пишите в комментариях, сколько вы накрутили чертежей, что вы думаете по поводу Одиссея, ну и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе событий, что происходит в Infinity Galaxy. А в конце видео я сделаю табличку, в которой подсчитаю весь буст, который я смог получить за 110 прокрутов данного колеса. Ну, начнем, в принципе, давайте сразу с пятерочки. Сегодняшний шанс у нас 100 кручений, и завтра я буду докручивать, поэтому будет маленькая нарезочка, и уже в этом видео вы увидите все 110 прокрутов и, само собой, таблицу буста, который мне удалось вытащить отсюда. Так, ну давай, раскручивайся. На самом деле интересует все. Первая пятерка прокрутов, 4 чертежа на Одиссея, опыт на флагманы, опыт на членов экипажа, что очень важно, это очень классно. Ускорители и еще ресурсы. Ну, в принципе, пойдет. Надеюсь, дальше раскрутится. Нужны двадцаточки. Так, титан пойдет. Вернее, никель, никель, не титан. О, это тоже классно, это очень круто. Плазма. Плазма всегда в ходу. Но пока, смотрите, по чертежам не очень. По чертежам не очень. Пока по чертежам второй прокрут, вообще ни одного чертежа. Но уже есть одна бонуска. Так, ускорение на лечение. Ой, чуть-чуть до двадцатки не дошел. Так, опять никель. И ускорение на стройку войск. Никель. Опять нет чертежа. Ребята, что-то сегодня не так. Наверное, вы не поставили лайкосы. Но мы на этом не остановимся, потому что мне без разницы, что отсюда летит. Мне главное, чтобы был буст. Давай, одиссеечек первый. Так, ресурсы. Вот это вот самое, наверное, ненужное. Вот это нужное. Ну и давай двадцатку. Ну ладно, пойдет. Так, здесь уже по 4 чертежа два раза упало. Пойдет. У нас еще 79 прокрутов на сегодня. Так, четверочка. Ну, пойдет. Ну, пойдет. Но нужны чертежи. Вот так вот. Четверочка. И двадцатка. Ай, двадцатка, блин, чуть-чуть, рядом была. Ну ладно, опять два раза по 4, тоже пойдет. В целом, если несколько раз по четверке выпадает, уже неплохо. Так. Ну, плазма это хорошо. Плазма это хорошо, но нужна двадцатка. Ускорение. Да, ускорение тоже классно. Ну, давай, давай чертежи уже. О, вот это круть, вот это круть. Так, опять пятерка без выпадения флагмана. Прошлая рулетка, мне кажется, была жирнее у меня. Но, тем не менее, здесь в любом случае все это нужно. В развитии аккаунта все это уходит на изи. Вот так вот, четверочка. Но я помню, что за предыдущую рулетку, когда я делал 110 прокрутов, по-моему, у меня 3 двадцатки всего упало. Так, 4 и остальной буст. Поехали дальше. Пойдет. Ну давай уже двадцатку, блин. Ну что ты жмешься? Да, даже четверку проехала.
Нехорошо. Вот, четверочка есть. Окей. Так, ну ладно, вот это вот дренюшка, только на самом деле остальное все, все круто. Так, у скорой пойдут. Чертежи, само собой, но нужна двадцатка. Так, дейтерий. И двадцатка. Ладно, четверка, уговорил. Ну, еще четверка тогда. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Набираем обороты. Три по четверке, класс. Еще только половина кручений за сегодня. Так, четверочка. Все, мы ее сейчас тепленькую разгоним. А, блин, двадцатка проехала, видели? Сейчас разгоним, разгоним мы тебя. Давай. Вот, вообще круть. Это класс. Потому что уже голдовый шмот пошел коваться. А вот эти вот ящики очень нужны. Так, ну 4 и ресурсы, и голдовый ящик. Это хороший прокрут. Голдовый ящик и 4, это нормально. О, есть двадцатка. Есть первая двадцатка. Окей. Еще давай двадцатку. Раздевайся. Так, пойдет. Ну, вот это вот ни к чему было. Давай двадцатку, еще одну. Ну, ускоро, ладно. Так, одна двадцатка, окей, реса ускоро. Все, все, все в дело. Так, 4. Так, ускоро. Ускоро, окей, 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 это класс. Ну, давай двадцатку, хочу двадцатку еще. О, голдовый сундук еще один. По-моему, третий уже. Так, окей, пойдет. 4 и голдовый сундук пойдет. Это хорошо. Побольше чертежей чуть-чуть хочется. Но, в принципе, если периодически будет двадцатку выпадать, уже нормально. Так. Давай двадцатку. Вот, четверка тоже пойдет, окей. Еще четверочка пойдет. Так, ну вот это ни к чему было. Ну ладно, и так было все хорошо. Получается 12 за 5 спинов и ускора. Давай, есть. Ну ты же видишь, что я в тебя закидываю. Давай двадцаточку. Так, ну вот это ни к чему, конечно. Так, 4, окей. А, нет, чуть-чуть проехал. Ну окей, пойдет. Так, 2 раза по 4, это хорошо. У нас еще 29 кручений на сегодня. Блин, ну что ты на двадцатку не останавливаешь? Ребята, лайкосы нужны. Сейчас раздуплится. Так, 4, окей. 4, окей. 4, окей. Говорю же, лайкосы нужны, все будет нормально. 3 по 4, никель, дейтерий. Отлично просто. Так, дальше. Ага, давай четверочку. Пойдет никель. Еще раз никель. Но двадцатка должна быть. Это 100%. Вот сегодня еще должна быть двадцатка. Но не вот это, конечно. Так, ну ладно, никель, хорошо. 4 чертежа, можно и побольше, конечно. Вот так вот. Вот так вот. И двадцатку будет вкусно просто. Так, ну ладно, пойдет. Двадцаточку, пожалуйста. 4, окей. Ну давай 4 или 20. Ну не вот это, конечно. Ну ладно, и так было хорошо. И так было неплохо. Вначале как-то было так вот, ну блин, пошло как-то не очень. Ну именно по чертежам. Есть, класс, еще один. Еще один голдовый сундук. Еще 4 чертежа, давай, двадцатку. 4, окей. 4, окей. Класс, класс, класс. Вот это просто обалденный спин. Так, и остается у нас еще одна пятерка. Ай-яй-яй. Ну ладно, ускор очень нужны. Ускор очень нужны. Но двадцатка нужна больше. Так, никель, окей. Давай двадцатку. 4 тоже пойдет, но хочется 20. Ай! Вы видели? Вы видели? Она переехала, она остановилась на двадцатке и такая потом, оп, ну ладно. Я не расстраиваюсь, я человек позитивный. Блин, ну это, конечно, такое себе. Ну это, конечно, косяк.
Так, ну 4, окей. Все, на сегодня останавливаем. А, еще осталось 10 прокрутов для того, чтобы забрать бонуски. Сейчас мы забираем бонуску. Всю бонуску. Это 20. Это еще 25. Это еще 35. И еще 40. И завтра мы делаем 10 прокрутов и забираем 70. На 180 не накопил, мог накопить, но потратился сильно по крипте. Ну, короче, делаем 110 завтра. Поэтому вот здесь вот склеечка. Так, в общем, как и обещал, второй день, буквально 10 докрутов рулетки. И после этого мы подсчитаем все то, что мне удалось получить. И вы уже будете прикидывать, стоит вам крутить рулетку, не стоит. Я думаю, что эта информация будет достаточно полезная. Но перед этим, ребята, буквально еще пару слов. Есть очень крутые новости. И я думаю, что многих игроков Infinity Galaxy они порадуют. В ближайшее время на моем канале появится стрим, большой стрим-марафон, на котором каждый игрок Infinity Galaxy сможет получить классные подарки для своего аккаунта. Это будет действительно буст для ваших аккаунтов. Будут различные пакеты с подарками, которые, возможно, случайные игроки, возможно, игроки, которые что-то сделают. Я еще пока не придумал весь интерактив, который будет на стриме. Но, короче, в любом случае, можно будет на халявку ухватить себе на аккаунт приятные бусты. Они реально должны быть приятные. В ближайшее время все это заанонсирую, поэтому следите за каналом, всех своих друзей приглашайте, потому что чем больше будет людей, тем больше, возможно, будет подарков разыграно. С вас лайкос, подписочка и всех-всех своих знакомых зовите, потому что будет приятно просто получить классный подарок от меня и от Infinity Galaxy для вашего аккаунта. Все, анонсик будет попозже стрима, поехали докручивать. Так, начнем давайте, ну, нужно сделать 10 прокрутов, начнем сразу пятерочку. Так, здесь плазма, ой, как нужна плазма. И ускорение нужны, но мне надо бы еще двадцаточку, пожалуйста, двадцаточку чертежей, по-братски. Пока нет. Так, ну окей, ускорение это тоже круто. Тем более для флота. Так, 4 чертежа. Первая пятерка, 4 чертежа. Еще разочек заводим пятерку. Так, 4, окей. Ай, мимо двадцаточки, ну что же. С двадцатками что-то не густо в этот раз. Так, ну вот это вообще не обязательно было делать. Ну вот это пойдет в целом. Блин, ну ладно, окей, опыт, хорошо, но мимо двадцатки, мимо голдового этого чертежа. Ладно, окей, опыт очень классно, очень круто. Так, 110 я сделал, но у меня еще остались бонуски. Не бонуски, а халявная одна. И вот тут еще плазмы сверху, окей. 110 прокрутов, больше крутить не буду, потому что не подготовился как нужно к этому событию. Но тем не менее, 70 чертежей. Еще плюсом сверху залетает. И два ящика голдовых с ускорениями, с ресурсами. Короче, сейчас будет еще одна склеечка и калькуляция всего того, что я накрутил. Так, подсчеты сделаны. И вот такая картина у нас получается на сегодняшнюю рулеточку. 110 прокрутов, ну 111, грубо говоря. По чертежам Одиссея 334 чертежа. В целом неплохо, в целом это неплохо, немножко хотел бы больше увидеть в эту рулетку двадцаток, но тем не менее, где-то были хорошие спины, где-то были спины, так скажем, средненькие, но 334 чертежа, я считаю, что это неплохой результат. Далее, по ресурсам, здесь ресурсы 20 миллионов, подсчитаны именно ресурсы Дейтери и Титан, то есть остальные, так скажем, ресурсы, это плазма и никель, они в эквиваленте стоят совершенно по-другому, потому что Дейтери и Титан, ну, они как бы равные, 20 лямов удалось их накрутить. По плазме 700к, ни много ни мало, но плазма весьма дорогое. Удовольствия в игре постоянно не хватает, чтобы вы понимали, за последнее время я просто к нулю скатился, тут что-то подкачивал в ивентах, каких-то поучаствовал, и все, она у меня просто по нулям. Поэтому 700к, там, настройку флота, на, там, так скажем, какое-то накопление в дальнейшем на какие-то стройки космопорта, технологий, это, в принципе, неплохо, это пригодится. Никель 1,8 миллиона тоже, в принципе, так скажем, неплохо. Плазма, никель, еще раз повторюсь, совершенно по-другому стоят в эквиваленте по сравнению с Дейтерием Титаном, поэтому их, естественно, меньше, но стоят они не меньше.
стоят, наверное, они даже в таком эквиваленте по сравнению с общим ресурсом в 20 миллионов, может быть, и больше. По ускорениям 220 часов. Это общее количество на технологии, а вернее, на технологии здесь нет, на строительство космопорта, на строительство флота и на лечение. То есть 220 часов, я считаю, что это очень приличная сумма. С учетом того, что это как бы одна из частей тех бонусов, которые я получил с этой рулетки. Далее, чертеж оборудования, 4 голдовых сундука. Многие могут сказать, что это хрень. На самом деле, из этих 4 мне 2 голдовых чертежа упало, по-моему, или 3, 2 или 3, я не помню. И они для меня сейчас весьма важны, потому что, в принципе, уже... прокачал одну голдовую шмотку, одну голдовую оборудку, там то ли на 5-й, то ли на 6-й левак, и сейчас этих чертежей не хватает. И повышение по чертежам оборудки, именно голдовая, действительно очень сильно влияет на буст флота. Далее, опыт 1440 единиц, но опять же, так скажем, это приятность, потому что экспа на команду тоже сейчас очень-очень нужна, потому что, блин, от уровней команды действительно также очень сильно возрастает мощь общего вашего флота, вашего аккаунта. Вот такие результаты. Пишите в комментариях, что вы думаете, какие у вас результаты, если вы калькулировали свои прокруты. Ну и, конечно же, всегда рационально подходите к тому, что вы делаете. Если вам нужен Одиссей, то крутите эту рулетку. Если вам не нужен, ну, можете там бесплатные крутануть и все. Нужно это делать, когда вы действительно гоните за этим флагманом. А он в будущем будет ролять в игре очень сильно, я считаю. С вами был Фриги Викинг. Не забывайте про конкурс, который я вам сказал. Скоро он будет, анонс будет на канале. Готовьтесь к большому стриму, где я разыграю для вас хорошие награды. Скоро увидимся. Всем пока.